А вот партия французского лидера провалила выборы в Сенат. Верхнюю палату парламента частично переизбирали в это воскресенье. Политсила Эммануэля Макрона «Вперед, республика» получила всего лишь 15% мандатов. О причинах таких результатов расскажет Елена Абрамович. 159 мест у республиканцев и всего 27 у партии «Вперед, республика» Эммануэля Макрона. Для молодого президента это полный провал, пишут французские СМИ. Всего 3 месяца назад на выборах в Нижнюю палату Макрон получил абсолютное большинство. Но за сенаторов Верхней палаты парламента голосуют не народ, а должностные лица. Мэры, их советники и депутаты Нижней палаты. В 2014 и в 2015 выборы выиграли правые. Социалисты в эти годы потеряли позиции. Также у них уменьшилось количество сенаторов и в этом году. Ничего удивительного. Власть на местах не голосовала за партию Макрона, так как раздражена его последними инициативами. Например, сокращением финансирования регионов на 300 миллионов евро. Или отменой налога на недвижимость, который пополнял местные бюджеты. Недовольны и профсоюзы. Они устраивают демонстрации против трудовой реформы Макрона. В ночь на понедельник начали блокировать дороги и склады с топливом. Нам удалось мобилизовать немного меньше людей, чем ожидалось, но нам помешала полиция, приехала первая и не пустила на многие локации. Но в следующий раз мы подготовимся более тщательно. Профсоюзы пытаются заставить Макрона пересмотреть свои планы по трудовой реформе. Она упрощает процессы найма и увольнения сотрудников, позволяет компаниям меньше считаться с профсоюзами. Эта реформа была одним из главных предвыборных обещаний Макрона. И он его выполнил, подписал соответствующие указы в пятницу. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».